Следующее. Open Air. О, пати на открытом воздухе? Ну, давайте. Мужчинка. Давайте поведем пати на открытом воздухе. О. Вот тут есть где развернуться, на самом деле. Телефон. Так, у нас есть палатка. Там что-то такое. А что в палатке-то? Ай-яй. Нас палят. Свидетеля убьем. Меня спалили. Подожжем. Устроим тут беспредел. Опа. Кто это был? Это мужик дерзкий. Что-то как-то мы дерзко действуем тут. Вам так не кажется? Эй, диджей! Это был не я. Уложи ее. Кому она звонить собралась? А, тут трупов много. Нас пока не палят. Мы займемся нехорошими делами. А чё тут не работает? А, может сзади? Так, у нас еще мусорка осталась и это. Вот там док какой-то лазит. Так, куча жертв. А, надо, чтобы этот чувак стоял. Подожгли. Чё за беспредел, мужики? Я вот тоже думаю. Нездоровая какая-то тема. Тут мужик такой, опа! Опа, спящий. Не надо спать, не надо. Это опасно, это очень опасно. Как зайти наверх? А, во, я зашел. Так, меня не спалят. И все, зарежу. О, труп нашли. Ха, на коне полицейский. Как его положить-то? И в мусорку. Так, народу стало поменьше уже. И это факт. Позвонить мы больше не можем. Так, что еще у нас осталось-то? Мусорка. А тут что? Ой. Труп. Да, я тоже. Думаю, какие-то трупы лежат. Нездоровые. Так, аккуратно. Выходим. Там какой-то мужик стоит. Ага, трупы попалили. Но это уже не наша проблема. Так как мы-то не спалились. О, копчики поехали, копчики. Ищет. Кто там такой дерзкий был? О, какая-то бабенца идет. Мне не хочет туда идти. Чё? Так, а секретов никаких больше нет? Так, народу меньше уже осталось. О.
Че ты? А, вот чемодан я нашел. Смог. Дымочек, да? Бля, а че ты? А, ты пустой спалила. На меня, надеюсь. Че? А телефон-то занят, да? А как дымом пользоваться-то? На F? Бля, палит. Уходим. Нет. По голове. Не получилось. Меня свалили. Что-то слишком дерзко я у вас влетел-то. Надо было очень аккуратно. А я слишком был обеспечен, подходя к убийству своих жертв. Ладно. О, у нас есть мангальчик. Тут ничего нет, да? Ладно. Что за палатку? Тут непонятно, как палатка действовать. Понятно, что что-то можно сделать. Может прятать трупы? А, вот, чувака сжег в палатке. Ой, меня спалил! Ох ты, скот! На глазах у мента. А, нет, мента заел. Нет, собака. Что такое? Что за нее? Я думал, они на этом приедут, на катере. А, вон и на катере. А, на катере врачи. Что за подстава-то? Не, так дела не делается. Позвонить. Так, палатка. О, можно двоих сжечь. Отлично. Не, только один сжигается. Несчастный случай, ничего не знаю. Еще один несчастный случай. Мужики, ничего не знаю, это все несчастный случай. Положи, чтобы меня испалили. Так, упаковываем. Лишний свидетель нам ни к чему. Так, смог опять взял, дымочек. Давайте этого тоже пока положим туда. Так, тут что-то много народ тусуется. А, есть вариант. Вот так, вот такой вот вариант неплохой. Ну тут-то я уже ни при чем. О, можно у этого деда купить. Там полисмен что-то прочухал. Убил продавца. О! Еще людей. Так, тут двое. За палаткой теперь уже не убьешь, потому что палатки просто-напросто нету. Тут что-то народ тусуется, как-то не есть хорошо. Что у нас осталось еще? Так вот этот аппарат. Где людей-то поменьше? Все там на пляже. Ладно, пускай пока работает. Дым есть. О! Девчонка стоит на ног! И сразу ее в мусорку. Не было никакого убийства. И я тут вообще ни при чем. О, давай попробуем вон ту сейчас подставить. Опа! Она спотыкнулась, все видели. Это был не я. Так, нас не попалят. Так, надо уходить с места преступления. Срочно. Потому что прятать вот эти тела негде, кстати. Оп. Этого аккуратненько перенесем. О, нашли труп, походу. Прячем.
Так, главное, чтобы этот мужик не проснулся. Давайте его унесем. Вот. Упаковали. Так, больше тут ничего нету. Чем можно было подставить бы людей? Есть мужик. А, он проснулся. Блин, использовал дым. Во-во-во. Еще одна красавица стала. Ой-ой. Что у нас тут много? Идите, идите отсюда. Ха, все. Все шито-крыто. А, можно еще? Так, ладно, пускай лежит. Тик-тик, что тут еще есть-то? Сейчас обнаружу труп, не? Да. Побежала звонить. Че ты звонишь? Куда ты звонишь? О, мусора на вертолете. А, мусор, дверь закрой, мусором воняет. Правильно, забирай, забирай это. О-о, мужик, мужик. Это он зря сюда зашел. Нельзя заходить за угол. Еще звонки. Так, давай. Опа, 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 успел. Хай, конный полицей. Полицей. Полицай. Так. У нас на Денте осталось двое. А, вон мужик отошел. Давайте его сейчас вольнем. Мистер, мистер, а у вас закурить не найдется? О, да ты вообще лег. Ты прилег, он готов. Атас. Так, во, я знаю, кого. Прибить-то. Так, отлично. А потом обнаружат два трупа на танцполе. Все. Так, тут все еще много народу. Да, тут не вариант. Давайте зажигать. Я вообще не по делах. Не знаю ничего, ни про какие убийства. Не видел никаких убийств. Я, понимаете, танцевал, а тут взяли и убийства какие-то. Люди мертвые валяются по всему танцполу. Я ничего не знаю, не видел ничего. Отлично. Все там тусуются, на пляже. Блин, да вы чё, блин, сюда. Давайте расходитесь. Во-во-во. Отлично. Женщина. Нет, не получится, он тут мужик может спалить. А вот этот уедет. Может даже его спрятать не будет. Чтобы не вызывать подозрения лишний раз. Ай-яй, нас преследует тетка. Они когда в панике, они быстро бегают. Чья тут кровь? Не было никакой крови. О, мужчина в туалет хочет. О, да он вообще прилег. Ну, полежи в мусорке, там тебя коллеги ждут. Твои друзьяшки. Так, ну и... Диджей, эй, братуха, накати музыку. Мне не нравится твоя музыка. Уносим. Диджея. Диджей ушел от нас. Он покинул этот мир. Он не хочет больше тут жить и работать. Ему не нравится его музыка. Он от своей музыки блюет. Блевал и будет блевать. Да-да-да. Положим туда, подальше. Кстати, не палят. Сейчас сложим.
Так, ага, отлично. 2-2 осталось. Унесем, 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 унесем. Главное, чтобы не спалили. А где моя подруга? Только что тут танцевала. Не, я видел никакой подруги. Вы видели? Молодой человек, вы видели девушку? Тут танцевала, нет? Я тоже не видел. А говорит, она была. Ах ты собака. Надо валить от как-то. Мент, быстрый собака. Все, товарищ полицейский. Доктора поехали. Оп! Вынесем, вынесем труп. Положим около коробки. Ну и все. Один раз спалились. И тут, потому что слишком дерзко начали в открытую резать людей. Женщина, выходи отсюда, подруга. Нихуя на себе. Ёпты иметь. Она уходит. Готово. Девушка, не было никаких убийств. Все были целы, живы и здоровы. А теперь зажигаем. Денсик. Неплохо мы показали себе. Open air. Что нам покажут? Какую историю расскажут нам теперь? Nature has a way of bringing the most devious of minds back down to earth. And shortly after the Sawmill Massacre, our psychopaths succumbed to the outdoors of all things. Really now, Mr. West, can we stop with the cliched storytelling? This isn't a tale from Narnia. How could you possibly know his motivations for being in that wood? Perhaps he wanted to feel closer to nature. Perhaps he was tired of killing. Just maybe he wanted to feel closer to his victims. All I know is, when the cops turned up to search the surrounding areas, they turned up nothing. And this was a place right out in the middle of nowhere, so it wasn't like he could have gone far. There was only one possible explanation. He'd managed to hitch a ride out of there. You think he called the paramedics himself? Well, it makes sense, right? Splatter yourself with some of the blood at a mass murder scene, and the medics aren't exactly going to be picky about who they pick up. He's breathing. So you get him to the wagon ASAP. Of course, this particular victim was breathing a little too well for his or their own good. I guess they may be adding a new phrase to the ambulance protocol handbook. Never give drugs to a psychopath. Что-то нездоровое.